Желто-синий стадион «Старт» в Ульяновске на пару часов стал красно-белым. На самой главной футбольной арене региона прошел мастер-класс действующего голкипера московского «Спартака» Артема Реброва. Более сотни воспитанников детских спортивных школ, их родители, тренеры и, конечно, фанаты. Визит спартаковца вызвал неподдельный ажиотаж. И многие срывались, как школьники-студенты, с своей учебы. Не знаю, что они там говорили. А кто-то с работы прям упрашивался, умолялся. И для нас действительно праздник, потому что люди срывались откуда только могли, чтобы праздник был наяву. Ребров появился на поле в тренировочном черно-зеленом и сразу попал в плотное кольцо из юных футболистов. Автограф и фотосессия на потом, сначала тренировка. Главное требование для работы рядом с Ребровым – наличие вратарских перчаток. Без них пожалуйте на противоположную сторону, где занимаются полевые игроки. «Спартак» пользуется особой любовью, поэтому мы пригласили Артема Реброва на 6-летие нашей школы для того, чтобы как можно больше мальчишек имело возможность прикоснуться со знанием и умением великого мастера, и еще больше захотело большее количество детей записаться в футбол. Подбросить мяч и поймать его – казалось бы, простые движения, но их тоже надо выполнять правильно. Как сделать это не только грациозно, но и надежно, чтобы соперник забил гол? Артем Ребров об этом и рассказывал, и показывал на собственном примере. Конечно, во время тренировок не обошлось без работы в парах. Голкипер красно-белых частенько менял партнеров, чтобы охватить как можно больше ребят. Показывал и подсказывал, указывал на ошибки, журил за невнимательность и хвалил за удачные действия. При этом все делал так же быстро, как и играет в воротах московского «Спартака». Но подчеркнул технику приема мяча, немного подправил. Вот. Ну, в принципе, все, я остальное делал правильно. Тренировочный час пролетел словно одно мгновение. По собственному признанию, Ребров так и не успел выполнить ни одного упражнения, которое обдумывал в самолете по пути в Ульяновск. Однако и спонтанному течению урока был рад, ведь от общения с детьми он получил такое же удовольствие, как и они от общения с ним. Я думаю, это в первую очередь пропаганда футбола, потому что совсем скоро у нас чемпионат мира домашний, да, и кто бы что ни говорил, у нас футбольная сторона 100% уверен в этом, и это подтверждает сегодня, что столько детей пришли, хотя рабочий день и время, мне кажется, может быть, не самое удобное. Для футбольной страны нет неудобного времени, чтобы поиграть в любимую игру. Тем более, когда в твой родной город, не избалованный большим футболом, приезжает такой мастер, как Ребров. Тем же вечером он улетел в Москву, а стадион «Старт» снова стал желто-синим. В конце недели «Волга» здесь примет кировская «Динамо». Михаил Сашанский, Юрий Конихин. Новости «Ульяновской правды».